теперь побежали проверять, что тут в этой деревне у нас. Деревня Митта. Вот я уже вокруг прошелся на этом острове. Кстати, а вот тут что? Я говорил, что больше никаких островов нет, а вот это что? Тоже может быть. Так, ну что тут у нас? Две двери всего и все. Покинутый дом, заброшенный дом. Так. Здесь есть что-нибудь? Господи, ты-то кто такой? Бомов Джунал. Кто такой Джунал? Ее тоже слопать надо. Магия на 10 поинтов. Ну, код правда увеличивает. Еще раз проверю. 950. Ну, это же прекрасно просто, я считаю. Не зря зашел. Только тут больше ничего нет, я так понял, да? Еще один домик. Тут даже какая-то... А, тут тоже такая же башня. Нет, тут две даже. Стоп. А, слева завалено. Нет прохода. Так, хочу тут посмотреть, что тут. Что здесь? Да вроде ничего. Так, тут я не вижу ничего такого вообще полезного. Может, тут что-нибудь? Нет. Стоп, стоп, а там что? А, Dragon Soul. То есть это, а, драконья душа будет добавлена. Ну, пойдем отсюда. Тут мы быстро разобрались, как бы тут делать нечего совсем. Значит, надо посмотреть, что вот это за замок такой. Здесь.
Так, тут еще башня какая-то. Ну вот куда сначала пойти-то? Пойду в башню, наверное. Может, в башне надо что-то взять, чтобы туда зайти. Кто его знает? Такое же бывает. Вряд ли наоборот, да? Ага, сейф. Вопросы, проблемы какие-то нет? Понятно. И вопросы, и проблемы. Так, а я не понял, тебя дружок берет что-нибудь? На ровном месте я что-то не врубаюсь. Что? Секунда, ты сейчас сиранищу мою не убил? А, нет. Почему второй-то ничего не делает, я не врубаюсь? Два бойца дерется, только этот. Руда сейчас тебе еще, знаете, он. Я что, застрял? Не пойму, что случилось? А ты смотри, он ваншотит. Просто. Сумасшедший дом. Ну-ка еще тебе. Ну чё, сынку, не помог тебе твой меч, ни хрена у тебя меч. Ху-ху-ху-ху, шлем какой классный. Ай-яй-яй, какой шлем классный. А, дэмидж у меня, как его, на 50% меньше дэмидж, когда здоровье ниже 30%. Ну, если бы можно было носить 85 колец, то да. Так, а ты кто? Так, я его тоже могу вызывать. Просто хочу это... Что оно делает, это Фезлан, потом разберусь. Так. И чего? И чего? И чего, и чего? Встать сюда надо, нет? Секунда. В каком смысле? В каком смысле? Душа его, типа, летает по этой башне. Хочу ли я соединиться со своей... Ну, допустим, ес, и чё. Что миссинг-то? Что такое сейчас было? Что это было? Что миссинг? Что надо-то?
something. Тут столько всего, что такие слова, как something missing, как бы не говорят вообще мне ни о чем. Просто ни о чем. Это что ли? А если открыть наоборот? Ну, фиг знает. Фиг знает. Чего вы хотите от меня, я не понимаю. Что они хотят от меня? Может, мне надо это во всю эту фигню переодеться? Так как он еще раз этого чувака зовут? Мари Хаус. Ну, так сработает? Нет. Ну, тогда я не знаю вообще, фиг его знает, что вы хотите. Меч его может взять? Где он, кстати? И меч опупеть. Ну понятно, что ничего не понятно. Ну ладно, попробую сюда пройти. Тут же нет больше ничего. Что, озадачили меня прям. Something. Хорошая подсказка. Чего-то не хватает. Ха. Ребята, вы серьезно? Вы вообще видели, сколько тут всего вы напхали? Как можно по таким словам хоть примерно вообще о чем-то догадаться? Ага, ничего, да? А, нет. Ну. А вы что это? Без проблем, что ли? Типа, заходи. А этот нет, этот иначе к этому подошел вопросом. Секунда. Там что-то и тут что-то. А тут что, кстати? Тут вроде как и ничего. Кстати, эта слепая чувиха говорила мне найти какие-то надписи там. Ну, я к тому, что это кладбище, может, тут что-то? Нет, вроде все без надписей.
Sartz Charnel discovered. Ну и кто ты? Несчастный Шамбал. Ну, с охраной, я смотрю, у вас не очень, в общем, на этом. Так, тут есть что-нибудь? Ключ. Ага. Но можно было и так взломать. Падать, я так понимаю, не стоит вообще абсолютно никак. Господи, ужас какой-то. Глубина 700 метров просто. Сорян, чувак, сорян, задел случайно своего. Что тут, собственно, у нас? Это что, все, я пришел, что ли? Минуточка. А, ну конечно, нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, прыг-прыг, скорее прыг. Тиран, тебе что, плохо, что ли? Чего тебя трясет так? Тебе всегда плохо, даже спрашивать не буду. Неплохо мы так опускаемся. Вот опять чудище. Бонстрайдер. Чудище опять выскочило. А, это не босс, это их тут много, понятно. Так у них ничего нет интересного. То есть, я так понимаю, ничего. И надо сюда идти, да? Так, а это подъем. Да где? А, вот ручка. Угу. Сиранище. К ноге. В хорошем смысле. Иди сюда.
Иди сюда. А, ёлки, придется вас толкнуть. Дай, я сам не успел. А не, все нормально. О, тебя колбасит такая. Вот ты ж, елки-палки. Ох ты ж, боже ж мой. Ну, все нормально, рассосалось. На тех мне плевать, а ждать, когда ты там прочухаешься и догонишь, мне неохота. Я так решил проверить, в гробах-то есть что? Не, ничего нету. Сейф тут после такого похода можно и засейвиться. Так, это правильное заклинание надо закрыть. Так, это знак-то чего? Огня, что ли? Чего это знак-то? Файрболт. Тут, скорее всего, будут подсказки. Да, потому что будет валяться это. Мейдж Лайт, ну вот уже. Так, Мейдж Лайт у меня есть. Или это Alteration? А это что, не надо было даже? Или я просто правильно уже сделал? И поэтому и открылось. Тихо ты, не пихайся. Стоп, здесь еще ручка почему-то. Может, у нее ключ какой-нибудь? Нет. Саркофаг. Ага. Это, может, мне тогда сначала туда, а потом сюда на выход? Я так предполагаю. Ну, давайте проверим. Ой, где это я? Где это я? Где это я? Опять ручка. Я просто жду, они опустятся или нет. Вроде нет, то есть по времени не ограничено. I'm sorry, Vayna. It will be a bit noisy again. Yes, it's all right. I'll be right back. Что? Предъявы какие-то, да? Это не тот ли чувак, который сидел там около дома и которого я не мог убить?
Так, вот надо бы аккуратнее его не вытолкнуть куда-нибудь. Не вытолкнуть бы отсюда. Паладин спина. Так, тоже надо сожрать. Сколько ж они арма понарисовали? Ёлы-палы. Поушен. Не, не поушен, это книга. Теперь я и его могу вызывать. Так, хорошо. И что здесь? Ага. А, вот он это к ней обращался. Хелф увеличивает. Хорошо. Руны и вызывать можно на в 5 раз дальше. Да вы чё? Сжигаются, могут, ну ничего себе, у вас тут дела какие. Ну это все? Или где? Вроде все, да? Да, очень много хорошего стафа. Плохо только, что слишком много. За мной. Чёрт, опять враги, что ли? А, это просто это ты реагируешь на то, что я руки поднял. Так, сюда иди. Где же вы все? Не вызываются сюда мои ребята. К выходу-то? Выход, все просто. Так, а там что? А, просто бутылочка. Так, а я хочу проверить, вот там же чувак сидел, да, о чем я говорил-то? Вот тут где-то около дома. Вот его ли я убил? Вот здесь вот он был. И нет его. И нет его. На этом я и заканчиваю эпизод.